Друзья мои, с горем перемешанное счастье. Я этот материал посвящаю всем матерям Земли. Меня зовут Зоя Климюк, я из Беларуси. Земля горит, душа болит. Средь пепла на краю земли мать солдатская стоит. Роняя слезы, молится она за сыновей, за дом, за мир на всей земле. Земля горит, душа болит. Окутал враг со всех сторон. За что ж ее наказывает Бог? А может, вины Бога тоже нет? И, открестившись от беды, осенив себя крестом, мать тихо просит: «Помоги, не откажи ты мне, Господь!» Выжигает сердце боль и шепчет мать: «Сыночек, я с тобой!» Каждый час, каждую минуту незримо держит мать дитё свое за руку и молится. И тихо просит вновь: «Не откажи ты мне, Господь!» А накрывая стол для сына, ставит новую посуду и приглашает сесть с собой за стол. Стынет еда в мыслях, разговорах. Такое было не всегда. Сына мать не заругает. На двоих у них теперь одна беда. А кто-то замки покупает, орёт песни за углом. На солнце греет свое пузо и на мать, конечно, с кулаком. За что, Господь? Беда откуда? Для матери-солдата большое чудо, счастье, услышать в трубке: «Мама, я живой. Не переживай, родная, я вернусь, я всегда с тобой». А она в ответ: «Я не болею, я здорова. Не беспокойся обо мне, ты когда, сыночек, звонить будешь снова? Скоро, мама, скоро я вернусь домой. Напрасно не рискуй, сыночек, не подставляйся, одевайся потеплей, не торопись, не злись, мой ангелочек, сыночек, берегись». Она долго еще будет говорить, кричать, плакать и смеяться. Позвонил ей ее сын, и это самое большое, перемешанное с горем, счастье. Земля горит, душа болит, дождями плачут облака. Средь пепла на краю земли седая женщина стоит и провожает облака. Она долго будет с небесами говорить, кричать, звать, плакать и молиться. Где-то там война, там ее сын. Оно такое, с горем перемешанное счастье.